Ну, тут шары по цветам. Красные, синие, розовые, фиолетовые. Идем, вот мои стоечки любимые с шариками разными. Сейчас мы посмотрим, что там есть интересное. Так, ну это не то. Это не то, что я хочу. Сейчас мы найдем то, что мне нравится. Одну игрушечку. Вот такого плана мне нравится. Чтобы что-то такое оригинальное было. От балерины, смотрите, какие. Лица у них, правда, не очень красивые. Гляньте, уставшие какие-то балерины. Какие-то такие не очень. Ну, такого плана мне нравится. Вот, смотрите. Вот, смотри, какая классная. Ой, она мне упала в руку. Она упала мне в руку, ребята, это знак. Или вот, смотрите, какая снежинка. И она пластиковая, она не побьется. Мне вот это упало в руку, мило, как знак. Или вот такая. Ой. Сейчас посмотрим все, а потом решим, что покупаем. Одну игрушку Мила купит, одну я. Так, это шары. Такое мне неинтересно. Этих шаров уже дома полно. Мила, вот, иди сюда. Но это только один, разве что, купить и разрисовать. Вот такого, такого плана, только прозрачный. Надо поискать маленькие. Ну, прозрачные. Нету. Нету маленьких? А ты посмотрела везде? Сейчас посмотрим. Может, что-то не увидела. Вот то, что я люблю, ребят. Смотрите, какая красота. Зараза, конечно, дорогие, но, в принципе, если одну игрушку покупать, вот, то, я думаю, можно себе позволить, правильно? Я думаю. Я думаю, что да. Одну игрушечку. Я уж заработала на одну игрушку, я думаю. А ну кто это? Динозавр. Красивый. О, я хочу типа хрусталя. Или вот смотри, как вот такие вот, как с кружева, видишь, Мил? А можно мне такого? Какого? Динозавра? Сколько он стоит? 70. Ну, одну только. Я же говорю, выбираешь одну игрушку. О, лянь, вот это мне нравится. Но оно в стекло, да? А не, пластик. Класс, смотри, какая балерина беленькая. Вот это красиво. Динозавр. Не, ну тебе динозавр, а мне балерина. Вот это, ну это в розовом, конечно, не особо. Вот птица, посмотрите, какая птица. Классная. Такие балеринчики. Такие. Мама, ты в интернете, тут просто белые. Я сейчас посмотрю. Я же говорю, что я хочу все посмотреть, а потом выбрать. Вот красивая еще, ребята. Мила? Медведи. Я увидела, там вон такие желтые тоже. Ребятки, ляньте, какая. Обалдеть. Вот это красиво, Мила. Тут такая красивая. Люстра такая, вот кристалл. Зато она красиво будет на елке. Люстра, конечно, красивая. Вот еще с желтым такая. Кристаллы такие, обалдеть. У меня уже руки все в блюзках. Так, что тут у нас? Тут всякие слоны. Ну, такое я не особо, потому что блюзки остаются потом на руках. Вот типа свеч, подсвечники. Ну, вот красивые тоже, ребятки, гляньте, звезды. Кристаллы. Классно. Мила, где ты? Выбрала шарик себе? Или это еще не... О, вот это красиво. Он стеклянный, не? 58. Он стекло, да? Он осторожный, 58. Да мне так, чтобы... Ну, это красивый. Слушай, действительно, вот этот красивый. Классно. Держи в руках. Сейчас посмотрим, если сейчас... Что такого? Ну, вот это с блюзками все, конечно. Я не особо... Блюзки остаются потом везде, эти блюзки. О, лянь, какой моцик. Ты ж не,
Так ты ж хочешь моцик себе, вот как тебе как мы... вообще моцик. А знаешь, как это как оно? Визуализация желаний. Да ну, зачем тебе динозавр? Вот, вот это прикольное. Кстати, вот такое прикольное тоже, как кружево нежное. Такое. Не, ну это красиво. Ну, причем тут хочется один купить одну игрушку. Красивую. Так, что у нас? Ага, у нас еще там красоты неземной. Сейчас. Сейчас досмотрим, котенок. Такого плана шары. Смотрите, какого плана шары. Такое, конечно, немножко для меня сомнительное. Сильно уже. Вот это мы в том году. Нет, мне не нравится. А, они бархатные. Ну, мне мягенькие такие, конечно. Но мне особо не нравится. В том году мы вот такое чуть не купили шарик. Да вот такой мы с тобой в том году собирались. Вот с оленем чищем. А потом что-то мы передумали. Да, это дорого. Эти 165 аж. Тут целая композиция в шарике. Так, что тут у нас? Птахи. Вот такое, слышишь, прикольное. Видела матовое, мило? Такое, знаете, какое прикольное. Боже, ёжики какие страшные, мать моя женщина. Страхолюдина. Как наделают, бывает, конечно, бывает красиво, а бывает, что попало. Вот эти, кстати, прикольные крючки, ребята, мы покупали в том году. А сколько же они сегодня стоят в этом году? Мы покупали в прошлом году. Очень удобно вешать игрушки. Не надо эти веревочки, там вся фигня. Надо посмотреть, хочу. Сколько они стоят? Ни цен, ничего. Мы покупали в том году без это место веревок, вы поняли? Засовываете в шарик вот этот крючок с одной стороны, и с другой стороны вот этот большой крупный на елку вешаете. Мила, сколько стоит? Не видишь цены? Бычок. Ну такая. Такая ты сама можешь сделать, то лодочка. Сколько стоят сигачки? Помнишь, мы вешали в том году на елку? 10-20. Да, конечно, 10-20. Да. Там. Да. Значит, цены не повесили даже, видишь? Глянь, мила, вот такой. Тебе не нравится тематический, если домик? Я не знаю. Смотри, там внутри снег. А там никто не сидит? Там просто ягодки какие-то и все. Сколько он стоит? Наверное, ну, судя с тем, что рядом, то, наверное, около 100 гривен. Он стоит. О, а вот, глянь, какой гнездышко. У меня такие в детстве, такой домик был. Детские игрушки, которые в детстве были. Очень похожи. Шишки были, помню, у нас Советский Союз, когда игрушки были новогодние. Нет, мне вообще такое не нравится. Вот этот роспись вот эта вот сама по себе. Нет, динозавр круче. Прикольно, гроздь вот эта. Динозавр круче. Ну ты хорошо, подумай еще, у нас еще есть время. Пока мы смотрим. А вот, оригинальная такая. Смотрите, какая, ребят. Тут, конечно, глаза разбегаются. А в том году... А, нет, мы покупали, у нас есть, да? Мы в том году покупали вот такие. Вот такие, ребят, покупали. Да, похожие мы в том году. Парочку мы покупали, да, парочка у нас, по-моему? Нет, пара. А то и три, по-моему. По-моему, три с кружевом. Вот еще, смотрите, какие прикольные. Мы такой хотели. Смотрите, какие оригинальные, классные. Вот эти прикольные, слышишь? Олень, глянь, мил. С лыжами. Класс, да? Олени прикольные. А вот машина с елкой. Тоже уматная. Дед Мороз с елкой. Не, вот эти прикольненькие. Щелкунчик или кто это, король какой-то. Ну да, тоже такой с пушком. Ну где-то его уже провесили не туда, стопудово. А вот шарики, мил, не нравится такой розовенький? Ну пойдем дальше. Тут красная.
красная тут всякая, бордовая. А сколько она стоит? Надо узнать. Мила хочет новую звезду. У нас куцая такая звезда. Не особо симпатичная. Вот посмотрите, какие часики прикольные, правда? Ну, это надо действительно такие цены на игрушки, что нужно покупать одну игрушку в год. Но красивые. Чтобы на елке были красивые игрушки. Коровы. Ну, 130 гривен. А вот это, смотри, внизу вон корова. А то корова. Всем коровам корова. Дальше посмотрим. А ну. Ой, какая корова, смотрите. Да так, ну тут, конечно, опасно, что ноги поотваливаются на санках. Прикольно. Но мне в чобитах вот этих зеленых больше нравится. Но тут, конечно, такое хрупкое. 140. Вот это прикольно. Ну тут стекло именно. Отобьется сразу. Тут, конечно, опасно. Тут именно стекло, ребятки, если бахнешь, то бахнешь. Скляные, все скляные. Там был пластик, то тут скляные, тут уже опасно. Ну, в общем, надо. Мила, а вот прозрачный шарик ты не хочешь разрисовать? С пушком. А? А и вот это не хочешь? Иди сюда. Сейчас пойдем посмотрим. А вот посмотри, вот такое ты не хочешь разрисовать и повесить на елку? Она скляная тоже? Да. Ну, скляные, конечно, есть опасность того, что лучше пластик, конечно, покупать. Это такое дело. Вот, люстрочка классная. Слушай, ну это тоже скляные, блин, канделябр. Нет, так, что, ну, скляные, только к пластику надо возвращаться. Бо я такая скляная. А что вот это, посмотри. Слушай, оно на оно внизу там батареечку. Что она делает, слушай? И недорого, в принципе, если вешать ее, совушку так гулять. Ну да, нормально. А снег, она ничего там не играет? Не должно там, ну а снег? Может, что-то не работает? Нет. Тут нет никакого устройства. Может, вместо динозавра УЦ тебе и на стол поставишь новогоднее? Ты не думала? Лучше, чем динозавр. Динозавром, а это симпатично. Может, это? А там только совы? Ну да, только совы. А что тебе, как в Гарри Поттере? Только Ну, а? Буфля. Ну, положи динозавра свой. Выбери, чтобы она там была целенькая и работала. Чтобы проверить. А цена такая, как и динозавр. За 100 рублей, ну, так оно нормально. Подсвечивается. А чтобы горело только, так проверь. Вот. А вот, смотрите, ребят, как сделано. Ничего такого сложного, люди заморочились. Красивенько. Прикольненько. Все, выбрала? Свечи сколько стоит, ты взяла? Под старину. Типа старинная. Смотрите, какая. Вот, классная, да? О, ребята, гляньте, какая красота. Интересно, сколько они стоят? Тут-то красивая, да. Цены не вижу, не знаю, откуда они тут в коробочке появились. Так, а тут что-то в колбочках. Совушка тоже. Вот, красиво. Ангелочки там. Ну, это скляные. Все скляные, скляные нет.